Внимание, внимание! В магазинах «Титан» огромный выбор сотовых телефонов для комфортного и надежного общения. Более 1000 моделей, суперцены, гарантия на весь ассортимент. Хочешь сэкономить? Приходи в «Титан». Мучиться осталось недолго. Коммунальщики говорят, что закончили работы на перекрытой улице Щерса. Кировские водители уже 3 недели вынуждены объезжать перекопанный участок по другим дорогам и стоять в пробках. Сегодня в КТК сказали, что транспортный коллапс в юго-западном районе закончится в ближайшее время. На удивление, ремонтная бригада уложилась в сроки работ. Трубы под дорогой поменяли, засыпали яму песком и уложили щебень. Заканчивать благоустройство проезжей части здесь будет компания «Гордормострой». Дорожному подрядчику предстоит положить новый асфальт до 21 августа и открыть улицу для проезда. Кроме того, коммунальщики приняли новые решения по другой проблемной раскопке на улице Казанской. Неделю назад там начали менять трубы и перекрыли участок от Спасской до Гостиного переулка. Изначально планировали закрыть проезд еще и по Московской. Но сегодня стало известно, что делать этого не будут. Трубы под дорогой находятся в хорошем состоянии, и менять их нет смысла.